Якутия гордится своей уникальной природой и не менее уникальными людьми. Людьми талантливыми во всех сферах и областях. Праздничный концерт классической музыки станет ярким доказательством тому. За время столетнего пути нашей республики музыкальная культура Якутии прошла очень динамичный путь развития. И сегодня вашему вниманию будут представлены произведения маститых композиторов, которые стояли у истоков становления профессионального музыкального искусства в Якутии, а также современных авторов. Исполнители произведений классической музыки – это выпускники Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия. Это учебное заведение создало в республике новую культурную и духовную среду, организовав интенсивную музыкальную жизнь не только в самой Якутии, но и далеко за ее пределами. Нет сомнений, что сегодня музыкальное искусство Якутии не только получает российское признание, но и стало известно на мировом уровне. Итак, праздничный концерт открывает сочинение Кирилла Афанасьевича Герасимова, автора государственного гимна Республики Саха-Якутия «Диптих Тоюк и Дегерен» для скрипки и фортепиано. Исполняют лауреат международных конкурсов, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории Екатерина Рахимова «Скрипка» и лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Константин Маслюк «Фортепиано». Ваши аплодисменты, друзья. Thank you.
Тойоки Дегарян в исполнении Екатерины Рахимовой и Константина Маслюка. Заслуженный деятель Якутии и России, лауреат государственной премии имени Платона Аюнского Николай Савельевич Берестов воспел неповторимую, могучую и одновременно хрупкую красоту северной природы в фортепианном цикле «Таежными тропами». Пьесу из этого цикла «Свет далекой звезды» исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Зюзина. Фортепиано. Наталья Зюзина, друзья, выпускница Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия. Музыкальную культуру Якутии невозможно представить без мелодистов, народных любимцев, чье творчество находило и до сих пор находит искренний отклик в сердцах слушателей. Сегодня прозвучит попурри из песен Виталия Андросова, Валерия Ноева, Иннокентия Дмитриева в обработке Аяла Малышева и Георгия Пайдютова. Их исполнит квартет кларнетистов в составе Шепелевой Валерии, Степановой Надежды, Богомоловой Евгении и Дагуевой Ирины. Thank you.
Ваши аплодисменты, друзья. Шепелева Валерия, Степанова Надежда, Евгений Богомолов и Дагуева Ирина. Сейчас мы вновь возвращаемся к творчеству композитора, заслуженного деятеля искусств Якутии Кирилла Герасимова. Кирилл Афанасьевич – автор множества произведений различных форм и жанров, с успехом преподающий в Высшей школе музыки и Якутском музыкальном училище. Благодаря его усилиям оцифровано собрание сочинений Марка Жиркова, восстановлена партитура балета «Полевой цветок». Ну и сейчас для вас прозвучит ноктюрн для виолончели и фортепиано. Исполняют лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Иванова Надежда, виолончель, и лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории Константин Маслюк. Thank you.
Ноктюрн Герасимова в исполнении Надежды Ивановой и Константина Маслюка. Ваши аплодисменты, друзья. 145 лет назад, 16 марта, родился Алексей Елисеевич Кулаковский. Давайте аплодисментами вспомним о нашем знаменитом земляке, друзья. Я предлагаю. Вершиной творчества писателя является поэма «Сон шамана», в которой из уст шамана поэт представил собственные размышления о судьбе своего народа в масштабах мировой цивилизации. Тема шаманизма всегда будоражила воображение деятелей искусства Якутии. Многие якутские творцы запечатлели в своих произведениях образ шамана, как, например, первый национальный профессиональный композитор республики Захар Константинович Степанов. Звукоизобразил сцену камлания шамана в сочинении для фортепиано «Ритуальный танец шамана». Сегодня это легендарное произведение прозвучит в исполнении студента Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, лауреата международных конкурсов Александра Тумусова. Давайте поаплодируем молодому исполнителю.
Ритуальный танец шамана в исполнении Александра Тумусова. Ксенофонтов Владимир Васильевич – автор многих значительных произведений, получивших признание и высокую оценку в России и за рубежом. Предлагаем вашему вниманию инструментальную композицию «Таюк и Чебергах» для флейты и фортепиано в авторском переложении для гобоя и фортепиано в исполнении студентов Московской государственной консерватории, лауреата международных конкурсов Киры Матвеевой и лауреата всероссийских конкурсов Андрея Борисова. Матвеева и Андрей Борисов. Сейчас мы с вами услышим музыку молодого, но уже признанного композитора Якутии Николая Михеева. Недавно в Москве состоялась премьера фильма Александра Лукина «Белый ангел тундры», музыку к которому написал именно Николай Михеев. Исполняет лауреат международных конкурсов, солистка симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Ирина Дагуева, кларнет, и лауреат международных конкурсов, концертмейстер класса контрабаса Российской академии музыки имени Гнесиных Сергей Жилкин, фортепиано. Встречайте, друзья. Thank you.
Ирина Дагуева и Сергей Жилкин. В их исполнении прозвучали композиции из фильма «Белый ангел тундры». Сегодня наряду с произведениями якутских мэтров в нашем концерте звучат и сочинения юного, только начинающего свой профессиональный путь композитора Никифора Яковлева. Никифор – студент первого курса Московской государственной консерватории. Он исполнит свою композицию под названием «Чагылхан. Молния». Thank you.
Настоящая преемственность якутских композиторов разных поколений – это Никифор Яковлев, я хочу напомнить, студент первого курса. Предлагаем вашему вниманию песни Ивана Колодезникова в обработке Гранта Григоряна на слова Леонида Попова «За Янскими хребтами и небо Якутии» Кирилла Герасимова на слова Михаила Тимофеева. Исполняют лауреат международного конкурса студент Московской государственной консерватории Дмитрий Пикутский и лауреат международных конкурсов Александр Тумусов. Yeah.
Вокал Дмитрий Пикутский, фортепиано Александр Тумусов. Уважаемые гости, ну а теперь вас ждет еще один уникальный сюрприз от организаторов нашего праздника. Это музыкальный подарок от студента Московской государственной консерватории Никифора Яковлева и непревзойденного виртуоза всемирно известной якутской этно-исполнительницы Алены Утай. Сейчас будет импровизация для фортепиано и хамуса. Thank you.
Неподражаемая Алена Утай и молодой композитор Никифор Яковлев, друзья. Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – столетие образования Поспредства Якутии. Одной из реализованных инициатив стало проведение конкурса на музыкальное произведение, посвященное столетию Поспредства. В конкурсе, где принимали участие известные деятели культуры Якутии, лучшим произведением стала композиция «Якутск, Москва. Соединенные сердцами». Автор музыки Николай Андросов, авторы слов Валентина Комиссарова и Сергей Прочев.